Юная севастопольская яхтсменка Арина Латынина завоевала второе место на первенстве мира по парусному спорту в классе ЗУМ-8. Воспитанница местного отделения ЦСКА уже вернулась домой в Севастополь и готовится к следующим стартам. Чемпионат завершился на минувшей неделе в шведском Хельсингборге. За 4 соревновательных дня спортсмены провели 11 гонок. Каждый заезд был непредсказуем. Предугадать, как поведет себя погода, было невозможно. Была одна гонка, когда первую лавировку мы шли в град. Затем на втором фардаке мы шли не нужным курсом, а шли совсем другим курсом. И ветер вообще скис, то есть мы стояли на месте, но гонка продолжалась, и нам надо было только держать свое место, терпеть, ждать финиша. От победительницы мирового первенства из Финляндии Арина отстала всего на 2 очка. В активе россиянки 34 балла. Причем последние две гонки выиграла именно севастопольская яхтсменка. Ее соперница дважды финишировала вслед за ней. Могла быть первая, но в последний день в первой гонке я из-за точки я остановилась, мне пришлось отчерпывать воду, и я пропустила много лодок. Тренер Алины Елена Владимировна Кравчук довольна результатом своей подопечной. Она отмечает, это боевое серебро с золотым оттенком. Золото первенства Европы, серебро первенства мира, замечательный сезон. К сожалению, не золотой дубль, но это есть шанс. И мечта в следующем году сделать этот дубль золотым. Уже в сентябре стартует первенство России по парусному спорту в классе ЗУМ-8, которое станет отборочным этапом на чемпионаты Европы и мира. Стоит отметить еще одного воспитанника севастопольской школы ЦСКА Петра Горкунова. На завершившемся первенстве России в классе «Лазер-4.7» наш спортсмен завоевал серебряную медаль.